Здравствуйте, уважаемые друзья! Я гражданская активистка из города Шымкента Досмамбетова Лязат Хайрулаевна. Сегодня, 25 августа 2020 года, был онлайн-суд. Судилище административного суда Целиноградского района Ахмолинской области. Судья Мирзадинова посчитала меня виновной по статье 488 части 6 и присудила мне штраф 83 тысячи тенге за то, что я 8 августа 2020 года посетила село Талапкер и участвовала в поминках и в шествии убитому в СИЗО Дулату Агадилу. Она считает, что шествие было политизированным. Шествие было не политизированное, шествие было ритуальное. У казахов есть традиция делать поминки и читать Коран усопшим. Прошу обратить на это внимание депутатов Евросоюза и международных правозащитников. Наша власть в бешенстве. С каждым днем все сильнее и сильнее она боится гражданских активистов нашей страны. Они устраивают вооруженное нападение и обыск в домах гражданских активистов, закрывают в тюрьмы, устраивают судилища и присваивают незаконные штрафы. Я считаю все эти судилища абсурдными. Вы, власть, убили Дулата, который говорил правду. Дулат умер, но правда не умерла. Вы правду не убьете. Правда восторжествует. И мы, народ Казахстана, посодействуем в этом. Мы сменим вас, лживую, бандитскую, воровскую власть. Объединившись, мы сделаем это. Мы избавимся от вас, от этой лживой, трусливой, бандитской, коррумпированной власти. Я требую прекратить преследование гражданских активистов и освободить всех незаконно заключенных в тюрьмы гражданских активистов, которые были на поминках 8 августа в селе Талапкер. Алға, Казахстан! Алға, Казах елі!